Кто знает, что меня ждет? Зеленый бульдозер. Ау. Мне нужно перезарядиться, иначе я тебя не спасу. Серьезно? Отхиленный дозер? Да пошел ты нахрен. Нет, тайзер нет. Сука. Шлюха. Это смешно. Это было смешно. Шлюха. Всем доброго времени суток, и мы вновь продолжаем наше похождение по Paydayу. В данном случае я решил пройти вместе с другом миссию Hotline Miami, которую вы все, скорее всего, очень хорошо знаете. Но дело даже не в этом. Мы решили ее, естественно, пройти на Вандауне, и вот что у нас получилось. На первый день у меня есть для вас несколько советов. Во-первых, взять отсрочку ментов и меньше русских. Также поставить аптечки, в идеале именно их. Патроны вам, как правило, не понадобятся. Ваша основная задача как можно быстрее расправиться с русскими. Сразу после бегите к канистрам и закладывайте их. Закладывать их в идеале в зависимости от сложности нужно либо на ближних машинах, либо на самых дальних четырех. На Вандауне у вас, скорее всего, не будет времени, поэтому закладывайте на ближних. Впрочем, как хотите. Сразу после вам нужно будет отстрелить всех копов и русских. И тут же начинать закладку C4. Главное, не забудьте отрезать вот это место для копов, иначе отход может быть болезненным, или вы вообще не сможете отойти нормально. Все остальное делается точно так же, как и на обычной сложности. Так что, думаю, далее у вас не возникнет никаких проблем. Но перед тем, как начать, у меня есть для вас два простых совета. Первое. Не берите кокаин на этом дне, вы все равно успеете его взять, а сумки, если вы вдруг возьмете его, будут растаскивать копы, что вам точно не поможет, и лишний раз бегать за сумками точно не лучший вариант, особенно на Вандауне, сами понимаете. Что же касается второй подсказки, советую просто зажигать бур в огне и ни в коем случае не тушить его. Во-первых, вам не придется ожидать вертолета, который точно может прилететь, а во-вторых, вам не будут постоянно ломать бур. Вы же сможете переждать где-нибудь в безопасном месте любой штурм. Вот такие вот дела. Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра. Ну это же лучше, чем ничего, правильно? Тебя на втором этаже зашел. Уже у тебя есть ключ? Нет, у меня есть кое-что лучше. Что же это? Это рисунок. То же самое. Да. Он у тебя на втором этаже, с моей стороны. Так, нашел. Пока не открывай, чтобы... С этой стороны еще есть, где я только что был. Так забавляет, что дробаши и Рон 90 градусов стоят. Это забавно. Commissar's men don't look like the kind of guys that have fire insurance. Давай, задохлих отнесет. Короче, как в тот раз, да. Какой камон? Look the history book, asshole. Дох нельзя заранее брать. Поехали, братаны. Бери взрывчатку, я убираю ментов. Какой косой. Весело. Супер. Надеюсь, по тебе не попали. Попали. Прости. Это плохо. Вот это вот, которое сказали.
Нет, я залочил. Все, побежали сюда. Я свалил, а ты? Не слышу. А я еще и бабу с собой видел. Даунтаун. А сейчас это нижний город? Угу. О, здравствуйте. Ни хрена себе меня прошотили. Черный дозер в окно. Заметил. Стекло сбил. Так, ну, да, нормально. А что ты вот так скрипы не поднимаешь? Последнее исполнение как-то все это понервило. Забагали конкретно. Сделали очень печально. То есть ты как бы пытаешься его поднять, а у тебя вместо этого знаешь что, короче, эмоция на это, типа, на вызов тебя говорит. Ты понял. Ну, на самом деле, не очень. О, флешка. Прямо в морду. Короче, вместо того, чтобы ты поднимать, ты просто кричишь, типа, эй, сюда, вон вызов, и все такое. Ну, вместо того, чтобы поднимать. Я вообще батарею отмотаю. Так. Баф. Сбил. Убил. Ай-яй-яй. Ну, я подобрал немножко патронов и фиг послал. Так, нам снайперов надо как-то минуснуть. Вот. Ну, в идеале мне патронов подобрать. Буль. Где-то буль был, да. О, как я хорошо патрончик подобрал. Мне понравилось. О, я отлетел. Я, кстати, не достреливаю до снайперов, на самом деле. Скажи победить. Вик, куда ты прешься? Вик сдох. Бабки голдал. Не-не-не, все нормально. Ну, напасть-то упал, но сдох как не сдох. Ой, какие вы злые ребята. Я думаю поставить сумку все, потому что с нее как случайно. А, вот почему Вик убегает. Пробуй за сумкой. Ой, это была плохая идея, это была плохая идея, это была плохая идея. Давай. Прикроешь? Давай, забрал. А. Давай. Перебежишь меня.
Ну я мертвый как бы, в принципе, уже. У меня локдаун. Пойду полечусь. Надеюсь, что полечусь. Все, шутос. Нам бы от снайпера того и того избавиться. Был бы прям шикос. Зачем? Как? Не знаю, но лучше зайди в дом. Я в доме. Ну я заметил, что ты в домик зашел. Хорош. Мне понравилось. Ну я завел, конечно, но мне понравилось. Буллер. Оп, убил. Хорош. Убийца копник. Да ладно! С каких пор они такими все, меткими, кстати, стали? Лучше тебе, кстати, не ходить, поэтому в туалете там лечь. Не, с каких пор они такими меткими стали, слышишь? Я не знаю, бывает такое. Почти уже, я слышу. Так, мне надо тебе еще сумку поставить, да? У меня их две, я их даже не ставил, лоб. Я и говорю то, что... Хорош. Это экономик. О, слушай, хороший спаун. Можно даже здесь, кстати, обороняться. Слушай, а может я реально здесь буду обороняться? Патроны. Когда сверху не так много народу будет. Флюп. Флюп. Чувак. А, не, патроны. Я зарядился полностью. Чувак. Я же сидел без патронов. Ау, ау. Я тебя третий раз спрашиваю, может, говорю, здесь мне обороняться? Потому что а тогда чем? Сверху народу не так много будет в итоге. Ну, дело твое, хочешь, можешь тут оставаться. Можешь там оставаться. Дело сугубо твое. Я тебе удобнее. Так, эта минишка есть еще? Да, есть. А то у меня тут черный друг. Все, нет, сейчас на друга. Я бегу. Да нет, нет, ты нахрен. Вот лазер, как обычно. Ну, где так? Ладно, давай снизу тогда. Понятно. What the fuck? Здесь щит. Мы тебя не могу поднимать. Ага, все нормально. Ау. Мне понравилось. Все, спускаемся. Жопу это говно. Вообще жопа какая-то творится. Сейчас. Я, кстати, стал опять плохо слышно, кстати. Не сломали эту фигню. Какую? Это очень А, кстати, мы открыли, если что. Ну давай, патроны у тебя там тоже есть. Я этих убиваю. Джаунтаун, да. Оу! Вышел, называется. Глядеть, что сзади.
Хорошо, мне прилетело на семье. Russian downtown. Russian downtown. Ну ладно, они отходят, все хорошо. О, сникера. Ты как мразь. Не старай, шварц. Так, пока я живой, поставлю-ка я тебе сюда и вторую сумку патронов. Нормально, я открыл три. Так, я убираю этого. Да ёлки, где? Водка. Походу всего один ящик сейчас с нужной моей фигней падает теперь. Вон да, Оля. Весело. Ну а чё, тут и эту, считай, сверлить надо. Помку. Теперь я тут кушать. И все. Сюда гоним. Ну я надеюсь, что ты выживешь. Я тоже не вижу. Тут это. Пацаны пошли. Пацаны пошли, да. Гори-гори, ясно, что мне погасло. Мрази сраные. Да ты шутишь, лол. Ты упал-то. Он тебя подымет или умрет тоже вместе с тобой? Вот это как сейчас было? Мне это понравилось. Короче, ну жопа прямо здесь отжаривают. Лука, правда, падает постоянно. Чё ты не падаешь, тёма? Ничего, пошёл. Мрази как-нибудь поджарю. О, хорош. Меня ваншотнули. Ну, я-то жив, но... Что-то почти мертв. Считай, что я почти мертв. Бежит. Все, умер. Ладно, иду зачищать зону. Раньше он умирает. Все, я упал. Меня щит в комнату занес. Воу! Ты говно ходячее. Маску сбил. Хорош. Оп, приехал. Давайте. Все, вот. Кажется, они мне не помогут. Бегу. Окей, понял. Личные боты. Поднимай ботов, чё? Эх, прям передо мной, просто блямс в глаза. Хорош, мне понравилось.
Не понравилось. Пошли нахрен, Ази. Не знаю, попало это кому или нет, но надеюсь, что к этой штуке они не подойдут. О, у меня патрончики закончились. Ай, я умер. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. У меня ласт, да. Надо что-то делать. Эскейп у нас, да? Сколько здесь щитов хитить? Лечусь и на эскейпе, да? Так, проходи наружу, не все чисто. Более или менее. Да ладно. Ну окей, давайте зачистим зону от вашего дерьма. Давай и бежим через жопу. Жопа. Жопу, жопу, жопу. Вижу, вижу. Надо было патрошками запастись. Уже поздно. Я не попали. Сейчас попаду, чувствую. Да, все, я ушел. Делаться. О, спасибо за буст. Хорош! Минус 2 такие просто от снайпера подхватили. Мне понравилось. Это было весело. Ладно, следующий день. Ты видел, да, как мы ушли сейчас? И два трупика валялись. Но главное, что эскейпнулись, остальное пофиг. А мы все проходим замечательную миссию. У нас это получается с первого чуть ли не раза. Не правда ли? Такие изичи проходим вообще. Вдвоем, конечно, это печально. Это может быть. Не, ну согласись, что мы можем вдвоем пройтись, постараемся. По большому счету, знаешь, здесь... Подвести нужно до этого момента, когда все взрывается. Потом каким-то образом встать или что-то по типу этого сделать. Ну, то есть, знаешь, пистол на сай, что-то по типу этого. О, да, наверное. Бесит, что двери, кстати, не всегда. Ну, то есть ты вроде стреляешь правильно, а оно все равно открывается. Изич ты изич, только нам все равно на ту сторону надо будет бежать. Добежим. Ну это да. Да только бы добежим. Чё на него орёшь? Вы. А? Взял поорал на бомжа. Или кто это там? Борщик. Что здесь делает уборщик просто? Не знаю, что здесь делает уборщик, но бешеная Бонни, которая стреляет в доски. Она просто с ВХ. Фига себе, мне броню сбили. И все-таки, кстати, на вандауне, на мой личный взгляд, очень хорошо, если ты ставишь при взаимодействии минус 50% к попаданию. Ну, у меня стоит и так. Это проходной навык. Ну да, потому что без него как-то вообще печаль, беда. И борода. С другое. Другая дверь. Дозер. Я его почти убил. Ладно. Я понял. В принципе, если ты меня прикроешь.
А, тут вон в чем шутка юмора. Дозер срань. Объясни. Он был с сраным доктором. Я думаю, что я ему в лоб выставил, считай, все обоймы, все это. Хрен там вообще, пофиг. Веду ботов пока. Я бегу. Да. Я уже в попку, правда, прилетел. Будет смешно, если мы, кстати, ботов наверх поднимем. Ой. А мы можем, кстати, их поднять, наверное. Не, мы же доводили уже вот тут наверх. Да? А, точнее, было. Они умирали. Да, они быстро умирают здесь, на самом деле. Все, отходи. Ну, носить левых, как обычно. По центру. А мать-то. Да йоу. То, что по центру, это хорошо, кстати. Потому что там можно зажигать, не нанося себе урон. Все, минус 3. Всех убил дозеров. Так, расставляем аптечки, расставляем сумки. Только так, чтобы можно было убрать с двух сторон стены, чувак. Ты что, может, не здесь дефиться будем? Думаешь? Где ты хочешь дефиться? Чтоб потом сюда не войти? Не, войти-то мы войдем. Рано или поздно. Просто здесь как-то это поверкил все такое. У меня борода. Я понял. Я пойду на нижние аптеки включусь. Если смогу, конечно. Бежать до тут. О, мне жопа будет. Будет больно. Будет очень-очень больно, если я не смогу это сделать, но ясный кусата всех. Нет, хорош. Ясный кусата всех вообще. Ау. Вау, вау, вау. Раз. Ау. Тебя воткнули иголку. Ау. Да возьми так. Оу, воу, воу. Что-то их тут много, слышь. Так. Ребята, давайте вы будете гореть в огне адском. Выка надо поднять. Там еще и снайпера нравится. Ой, это же печально. Да ну. Упал. Найс, он миром перевернул. Так, ну я оставлю. Сейчас опять умрет, скорее всего. Хорош. Шел я вниз. А, найс. Просто. Меня сейчас могут убить. А? Не, не убили. Дома. Я на пидже, как я вообще не. Слушай, внизу. Если попробуешь меня прикрыть, я могу попробовать зажечь. О. Пробуй. Сжигаю. Серьезно? Все, изи вин. Все, теперь можно залезать под этот. Ну да, они ее не откроют. А ты шутишь. Было бы смешно, если бот использует этот, слышь. Сейчас. Читерс. Нормально. Хоть яму возьму. Дозер. Где? На крыше. Не убивай его? Зачем ты его? Ну все. Ты просто ты представляешь, какое дерьмочество нас потом повалит? Ты чё? Просто представь. Главное его убить. Ну, хотя да, мы в принципе можем же долго дефать, проходить и дальше.
просто столько дерьма, блин. А ты не знал, что они курсы перейдут? Ты, чувак, как бы хотя бы ты либо залезь. Ну, залезь, не знаю. Тайзера. Тайзера. Ох, я прям под флешкой. Я сижу. Ты как-то криво сидишь, ты у меня сидишь, вылез из этого и сидишь. Ага, я просто. Либо. Специально. Лечка. Не хотел бы убирать меня. Серьезно? Все три копяющие, три мимо, да, ну ладно. Продюзер тоже улетел. А, дрель стала. Да ладно. Смотри. Значит, меня наверх пойти, да? Прикроешь? Подожди. Эй, ау. Не забывай, что у меня это патрон. Понятно. Я зарядку еще делаю. Ты что, подымешь меня? Это был лучший вариант, который я мог сделать. И я сделал его. Понятно. Хереново. Мне через 6 секунд только подъем будет. Ну тут чисто, тут никого нет. А кроме вот этого друзья. Нафиг это дерьмо. Двое. Так, у тебя есть еще аптечка? Да. Поставь одну там, где мои патроны. Да, сука, сам тазер. Ну, потихоньку пробьёмся. Осталось время. Там еще два тизера. Ау. Пробую зарядить ее, чё. Надеюсь, там нет снайперов, иначе мне борода. Мне борода. Нет. Да. Тебе борода, окей. Я должен. Все, вниз. Выше класс. Нормально. Хорошо, пошли. Я же говорю, буду еще по идее один раз. Если что. Так, у тебя, по-моему, последнее падение, нет? Чувак. Вот уже. Ау. У тебя последнее падение или нет? Нет. Меня нет. О, они отступают. Пойду на я. Кошки возьму. Чё? Ничего пока. Чё, от снайперов немножко избавиться. Залезайте обратно.
Я-то? Не нравится то, что снизу никто не идет. Вот. Чего-то кайф в этом плане. Хорошо, там все умерли. Мне же понравилось. Тут отсюда нас снайперы могут палить. Ой, знаю, но они не попадают. Мне уже палили. Есть два тузера. Какой город событий? Ой, там много торнаран на нас бежит. Там есть. А упала я. Ты лучше оставляй этот на потом. Шо? Ну, подъем издалека. Раз, два, он пустяк. Я сижу тут. Ладно, я дозеров хотя бы убил. Дверь открыта. Подумал, может мне похилиться? Хочешь? Или так потихонечку побежим? Не, лучше сейчас побежать, Маша. Ну, побежали. Не, дай. На, там многовар. Наверное, посчитай, хижился. Тот братишка, который тебя быстрее. Сейчас я этого еще завалю. Курян, меня завалит. Вообще красавчик, конечно. Мне понравился. Блин, запарил. Блин, запарил. Короче, осталось времени 500 секунд. Ничего, надо посидеть тут. Я спустил. Два щита спускают. Идет за ним Бунда должен быть. Вон он выше. Степа. Еще один дозер. Зря ты побежал за этим. О, он меня в прицел решил взять. Он не свой флот. А, у меня патроны закончились. Убил. А, таза. О, фак, все, меня кончили. Все, это конец штурма пошли.
пошли, это идиот ключи. Ну, пацан, сейчас не бой. Нет, понял, готов. He's dead. Рофл, можно по кокаину взять еще. Ладно, сейчас он сдохнет. Ну, всего два пакета хотя бы нужно. Ну, так, чё, ради фана. Будет обидно, если мы еще, конечно, сдохнем. Ну, я надеюсь, что этого не будет. Оу. Все, вертолет прилетел. Хоть. А, я на месте. Дойдешь, ау. Да-да-да, я все равно. Прошли. ГЦ. Педали, мне нет. Да, обидно. Ну блин, я ничего не мог сделать с тем, что ты вылетел. Ну, зато записали хотя бы. Весело? Нет, весело, правда весело. Мне понравилось. 10 падений, у тебя сколько падений? Я не знаю. Меньше, чем у тебя. Ну, это понятно. Не такой раз, там сам типа 10 упал, типа. Ладно, всем спасибо, всем удачи, пока-пока.